Шалом, дорогие друзья, с вами я, Леви Ашер Харпатин, вас ждет свежая майса. Рэп Леви Ицхак из Бердичева был известным заступником еврейского народа. И однажды ему задали вопрос, если бы у него была возможность править место Всевышнего, что бы он сделал, что бы он изменил? Ну, как бы ответил обычный человек, я бы сделал бы мир без войн, было бы все у всех хорошо, были бы все богатые и здоровые. Однако мудрец ответил по-другому. Он сказал, я бы правил бы этим миром точно так же, как правит Всевышний. Тогда последовал следующий вопрос. Почему ты же мог изменить мир к лучшему? На что Рэп Леви Ицхак ответил, если Бог правит миром так, значит, мир изменяется к лучшему ежесекундно. Благодарю за прослушивание. Браха вэцлаха. Какой мы урок выносим с этой майсы? Мы никогда не можем сомневаться в Боге, а только надеяться на Него и усиливаться в молитве.